Эй, Фрэнк, что случилось? Микрочип, здесь Спайдермен. На каком расстоянии? Где-то 100 ярдов. Легкая мишень. Очень смешно, Фрэнк. Он вычислил меня, но как у него получилось? Я потерял его. Что случилось? Он забрал мой прицел. Эй, это пицца. Извини за эти дорогие линзы. Надзиратель. Кажется, мы здесь по одному... Мы там уже делу. Вот это место. Склад 65. Мы можем объединиться. Прикрой меня со спины. Спасибо, мистер Желающий Смерти. Лучше меня... Будет прикрывать моя сообразительность. Как хочешь. Плазменные пушки справятся с этой проблемой. Может быть, поступишь по-моему? А, на этом складе... Мы нашли клише для CD. Здесь, по-моему, столько оружия, сколько мне никогда и не снилось, и ему тоже. Я должен осмотреть здесь тоже. Эти генераторы нужно разрушить. Ага, похож на тайный ход. Больше генераторов. Мне пора идти. Золото. Какая огромная шахта. Там внизу должно быть что-то очень большое. Что за чушь? Как глубоко мы? Интернет.
Эй! Построил это место. Как глубоко мы. Эй. Мне сейчас пригодилась бы энергия спайдера. Очень кстати. Спасибо, Спайдер. Послушай, кем бы ты ни был, никто не может контролировать симбиотиков. Никто. Мне не нужно контролировать симбиотиков, мой друг. Док Ок, мы работаем вместе. Есть новый мир. Людям нужны навыки, и моя технология даст им это. Симбиозис — это единственный способ. Доктор, эта реформа окажется слишком хорошей, чтобы быть правдой. Это совершенная модель. Те, кто не разделяет мое мнение, будут уничтожены моей идеей. Кстати, об уничтожении. Пришло твое время, Фрикс. Я чую плохого симбиотика. Защищайся.
Последний возглас. Давай покончим с этим, Спайдермен. Мне надо кое-что найти здесь. Я нашел силовой щит. Теперь я смогу отключить все электричество. Не попробуй. Я смотал. Вот он. Я на Я уже наполовину испуган. Я уже наполовину испуган. Что ты делаешь, дура? Я уже наполовину испуган. Мы нашли новый фрейм. Как бы там ни было, но надо идти. Интересно, что делает Веном. Эдди, ты в порядке? Скажи что-нибудь. Держись. Паркер, сзади. Что говоришь? Отличная попытка. Клейдос Кэссиди, ты родился неудачником. Ребята! Они все пришли сюда, поэтому надо быстро отсюда вматывать. Вау!
должны качаться в спайке. О нет, Ок. После всего, что случилось, Ок спас симбиотиков. Похоже на шутку. Отличное дело для отличного дня. Все, кажется, идет по плану сегодня. Вы как раз вовремя. Спайди, ты можешь доставить нас к Мирикас? О, братан, Пажер, у тебя есть какие-нибудь деревья? Ты глупая рыба. Рад, что ты хотя бы сейчас присоединился к нам, Спайди. О, извините, я просто спасаю мир. Ребята, ваши карты очень легко разгадать. Твои чувства Спайдера сейчас здесь не сработают. Посмотри, кто здесь разговаривает, черт возьми. Ты смотрел мои карты всю ночь. Мне не нужно смотреть в твои карты. Твои действия настолько предсказуемы. Давайте продолжим честную игру. Кто всегда приглашает этого парня? Эй, ребята, может положите их вниз? Послушайте, детки. Я в огне. Подождите, тихо, замрите. Все вы, ребята, работали вместе. И до сих пор не смогли захватить Спайдермена. Это не моя вина. План доктора был ужасен. Все знают, что ты не можешь контролировать симбиотиков. Эй, очухайтесь. Я Райден. Ваш Скорпион. Слабый Октопус. Что за мистерия? Ну, Райден, ты достал деревья? У меня получилось. Ребята, вам надо думать получше. Я выиграл. Кто ваш черный дядюшка? Большие деревья мои. Вы всегда смеялись надо мной. Но кто теперь плачет здесь? Может быть, я сделал ошибку?